Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня, ну, вроде как утренний, но не утренний обзорчик рынков. Лень утром вставать иногда, смотреть, что там на рынках есть интересного. В общем, будем сегодня с вами... Сейчас как раз и немка обновится, посмотрим, там острова появились. Посмотрим, поменялось что-то или нет. Такс. Русский сервер, набор накопления в среду. Что-то часто два раза в неделю они начали их давать. Ну, довольно-таки неплохой набор, учитывая то, что здесь есть слизни для прокачки скиллов. Остальное, честно говоря, с накоплений, конечно, такое себе. И 150 за полпака, в принципе, нормальное предложение. Так, фонтан открыли на русском, ничего себе. Но нету X2, как на других серваках. Там реально X2 дают довольно-таки часто. Но здесь такое себе. Ну, и то хорошо, раз полгода хотя бы есть. Так, магазин скидок. Ну, честно говоря, 150. 66 слизней, ну, на 2,5 героя. В принципе, тоже неплохо. Что еще 120, это просто пипец. Камни пламени, ребят, 120 штук всего продают. Сейчас зайдем на английский сервер, посмотрите, сколько там дают. Вот такие вот плюхи: 10 мешков зефира, 5 рун таланта 9, 10 есть проклятый, 9. У меня здесь нету сменок. Ну такое, 20 камней за 2000. Это бред, как по мне. Так. Поехали. Парящий остров. Один осколок зефира. 10, 5, 5, 2, 1. Ну, ничего не поменяли, к сожалению. Сейчас зайдем на Тайвань, посмотрим, что у нас на Тайване делается. Императорская. Наверное, там Мэри так и стоит. За 6-7 паков. Да, за 200к. Ну, такое, в общем. Ничего интересного пока нет. Так, окей, поехали на Тайвань. Один Тайвань, английский, а потом немку забежим, посмотрим, что у нас интересного сегодня есть на немочке. Давно я туда уже не забегал. Такс. Тайвань накопление. Ну, такое же, как и на русском. Ни о чем. Но хотя здесь дают, как видите, сколько у нас. 40 тысяч самоцветов почти. В принципе, неплохо. Так, кучу скинов продают. Как обычно. Пробники каждый день, в общем, понятно, это Тайвань. Посмотрим, какой здесь остров, он включился или нет. Вот Мэри продают 80 осколков. Скин на английском тоже, по-моему, Мэри есть, я заходил. Так, остров есть? Нет, нету острова, есть только коллекционер. Нифига себе за землеройку. Нормально плюх дают. Арктику хоть до сих пор Арктику здесь дают, шанс... Бездоном хоть собрать этого героя. На других серверах уже это поубирали. Сделали чисто донатное и все. Так, окей. Ничего нету. Поехали на английский сервер. Как раз немка сейчас обновится. Посмотрим, что там на немке. Ну, на немке календарь. Я, конечно, в него уже пару раз завтыкал заходить. Отдыхаю от битвы замков. Поднадоело. Так, ну, императорская, покер, выращивая, аркада. Здесь ничего такого, обычная акция. Так, вот, смотрите, на русском 120, а здесь 6000. Ну, разница чувствуется, да, 120, это там не 1200, не 3000, не 2000, а всего лишь 120, ребят. Вот такая вот. На русском 100, здесь 150. Но разница в камнях, блин, просто пипец.
Давайте, кстати, сейчас поюзаем камешки. Ой, отлично. Мешки зефира 20 монеток стоит, тоже недешево. Так, ну эти все скины у меня есть. Поехали, обновимся. Апекс камни 3000. Сумочки нам, по сути, нам нужны. Апекс камни тоже у меня есть. Я тут больше за жизнями. 12 камней, 8000 стоит этот. Давайте камешки заберем. Мне как раз для коллекции, вот смотрите, просто песня. Мы сейчас больше ничего не вытащим. Ладно, потом доберем. Так, смотрим, что здесь еще интересного есть. Остров. Может, здесь поменяли. Ну, фигушки. Здесь вообще зефира убрали. То есть, осколки зефира здесь, к сожалению, недоступны. Вот так вот. На Тайване был классный этот остров. Вот он закончился, только там были осколки зефира хотя бы. Ну, может, и будут переменно добавлять как-то, не знаю. Так, VR Goodies мы смотрели уже. Акцию эту, так, что на английском сервере. Такое себе, ничего такого интересного здесь нет. Newman's Pack. Еще, кстати, продают молотков. Скорее всего, скоро будет повышение левела зданий. Так, Мэри здесь 50, Валиант 10 и 1000 пыльцы сразу. Такой вот пак тоже неплохой, 1000 плюс 50. Вот Accommodation пак, блин, тоже неплохое относительно. 10-я эмблема уже продается. Так, и наборы снабжения, ну наборы снабжения такие себе. Сверхъестественного, поехали на немку, сейчас глянем как раз немочку, что у нас интересного на немочке добавилось. О, самому интересно. Да, смотрите, осколки Мэри 20 штук, нормально. Тогда нормально они продают ее здесь. Зефир 20. Вот и за минималку. Ну, здесь печенек дофига продают. Этим уже сервак реально лучше, сейчас остальных. Но больше никаких острова тоже нету. Зато есть вот такая вот акция календарь, с которой просто топовые плюхи падают. Сейчас там, по-моему, ребята писали, вот эти два дня пропустил, ведьму дают. Такс. Алхимик. Это донатная, по-моему, акция. Счастливое число. Так, понятно. Тут мы... О, смотрите, два этих. Два яйца нам дали. Сейчас мы их откроем, посмотрим. Осколков землеройки. Ну, я не знаю, на этом сервере столько халявы. Наверное, ни на одном сервере столько халявы нет. Вот смотрите, за один самоцвет 50 камней, на русском в этом только через донат 305. О, нифига себе, посмотрите, как обновили. 100 за 11к. Ну, вы скажете 11к, но реально здесь стоящие плюхи вот за 5к, реально 10 камней, 60 молотков, скин. В общем, немка как обычно. Ну, вот смотрите, продается полным ходом по 5 паков, 100 штук, куча скинов, красавчики немцы. Вот так вот, ребятушки, немка пока дрюкает всех.
не играя здесь, здесь куча топовых героев на аккаунте уже есть. Да, и плюхи, как видите, копятся по чуть-чуть, это все без доната. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.